Или что тут? Это петухи или курицы? Два петуха. Угу, добро, пока с петухами. Два петуха. А это кто? Это курицы? Курицы. А их три? Они разные, да? Нет. Это не курица? Четыре. Это... Сколько? Три. А, вот еще это. Четыре, да. Четыре. Вот пятое клюв осталось. Добро, делай клюв. Это ты потом добавишь, да, туда в гору. Тут в основном были животные, да? Да. Не было вообще никаких других. Ну да. Тебе очень громко, когда они утром. Слышишь что-то или нет? Ты ничего не слышишь? Сейчас вот ничего не слышно. А утром они что-то шумят так, что спать нельзя. Интересно это. Смотри, тут какие-то постройки были на глубине, вон кирпичи, на глубине пару метров. Они выкладывали. Да нет, под уже выкопанным этом, уже там не могут никто ничего выложить, под землей. Какой же там, кто же там мог выложить? Вон тут. Мам, под землей, понимаешь? На несколько метров глубиной. Вон кирпичная кладка. Если точно, где-то 2,5 метра. Это, да, в некоторых местах чуть выше, в некоторых чуть глубже. Но меня это не удивляет. Тут тоже был поток недавно. Недаром. Тебе очень громко, когда они утром. Слышишь что-то или нет?
Ты ничего не слышишь? Нет. Сейчас вот ничего не слышно. А утром они что-то шумят так, что спать нет, нельзя. А мне не мешает. Какие-то постройки были на глубине, вон кирпичи, на глубине пару метров. Они выкладывали. Да нет, под уже выкопанным этом, уже там не могут никто ничего выложить, под землей. Какой же там, кто же там мог выложить? Вот тут. Мам, под землей, понимаешь? На несколько метров глубиной. Вон кирпичная кладка. Если точно, где-то 2,5 метра. Это, в некоторых местах чуть выше, в некоторых чуть глубже. Меня это не удивляет. Тут тоже был поток недавно. Недаром. Вот. А это что-то. Это было в 5. Смотри, еще одна. Или это я забыл? Не туда попало. Будешь вроде коричневая. Одна коричневая была? Две. Две? Угу. Ну они похожи, да? Или нет? Так было 5 тогда выходит. А ты говорила, что сейчас сделаешь еще одну. То 6? 6, за 10. А, их 10 много. Тебе оставить тут этот кулек, да? Вот это хорошее. Недоброе. Недоброе. Говорите.